Кызыль инспекторы ГИБДД задержали водителя, скрывшегося с места ДТП со смертельным исходом 19 декабря около 8 часов утра. В дежурную часть Кызыла поступило сообщение, что на улице Энергетиков Левобережного дачного общества Кызыла совершен наезд на женщину в возрасте около 40-45 лет. От полученных травм женщина-пешеход скончалась на месте происшествия. В нарушение правил дорожного движения водитель, причастный к ДТП, скрылся с места происшествия. На его розыск был ориентирован весь личный состав управления ГИБДД. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на улице Перцовой и Левобережного дачного общества сотрудники госавтоинспекции обнаружили следы протектора шин автомобиля, скрывшегося с места автоаварии. При проверке территории одного из частных домов полицейские обнаружили автомашину марки ВАЗ-2114 с признаками повреждения при ДТП. Водителем автомашины оказался гражданин 1979 года рождения. В настоящее время гражданин задержан и доставлен в дежурную часть полиции. Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.